Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Глава 6. Чему научились? Номер 8. Магазин снизил цены на компьютеры на 24%. Сколько стал стоить компьютер, который до снижения цен стоил 18 тысяч рублей? Давайте сначала узнаем, сколько процентов от первоначальной стоимости стал стоить компьютер. Цена до снижения – это 100%. Снизилась на 24%. 100 минус 24 равняется 76% стал стоить стол от его стал стоить компьютер от его первоначальной стоимости. А теперь найдем 76% от 18 тысяч. 76% – это 0,76. А теперь найдем 0,76 от 18 тысяч, то есть часть от числа. Надо это число 18 тысяч умножить на часть на 0,76. А это равно 13 680 рублей стал стоить компьютер после снижения цен. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.